Всем привет! Сейчас это будет у меня такое небольшое обращение, срочное такое обращение к вам, для тех, кто участвует в моем конкурсе. Да, сегодня я выпустила конкурс на своем канале, если вы еще не видели это видео, обязательно проходите, посмотрите, принимайте участие. Но с этим конкурсом у меня получились небольшие такие неполадки, а именно с одним из условий конкурса. Одним из условий конкурса было то, что нужно было сделать репост этого видео в свою одну из социальных сетей, либо вконтакте, либо в одноклассник. И нужно было скопировать ссылку на свой репост и вставить вместе с комментарием под этим видео, под конкурсом видео. Вот, насколько я помню, раньше можно было так делать, можно было вставлять ссылочки, но сейчас, видимо, у Ютуба какие-то правила поменялись или что, я не знаю. В общем, мне сегодня многие писали, что у них не получается сохранить этот комментарий с ссылкой на репост, что этот комментарий просто удаляется. И я действительно потом стала замечать, что у меня приходит оповещение да, от человека, который написал комментарий и вставил туда ссылку, а потом я захожу в комментарии под видео конкурсом, и этих комментариев уже нет. Значит, YouTube действительно их удаляет. Возможно, он принимает их за спам и автоматически удаляют, я не знаю. Даже когда я захожу где-то у себя в настройки, да, бывает такое, что комментарии попадают в папку там на рассмотрение или в папку спам, откуда я могу либо их удалить, либо их э, разрешить их, да, на показ. Даже там этих комментариев нет. В общем, их вообще нигде нету. Поэтому я меняю условия конкурса. Никакого репоста в социальную сеть ни в какую делать не нужно. Этот конкурс будет только вот чисто для моих подписчиков, для вас. В конкурсном видео я, конечно, говорю, да, про то, что нужно сделать репост. Но я в описании к этому видео конкурсному там изменю это условие. И не нужно делать репостов, а Просто нужно написать слово участвую и любой комментарий по теме видео. Все больше ничего делать не надо. Без всяких липосов будет конкурс без всего этого. Надеюсь на ваше понимание и на вашу поддержку. Пишите комментарии, участвуйте в этом конкурсе. Я действительно старалась, готовилась к нему, можно сказать. Ну вот как-то вот так вот, вот так вот получается. В общем-то, Пусть оно будет так. И совсем скоро на моем канале будет 3000 подписчиков. И тогда я сделаю новый большой конкурс. И возможно, где будет не один победитель, а сделаю несколько победителей. Но сейчас загадывать, конечно же, я не буду. Но хочу сделать конкурс такой. Так что, если вы еще не принимали участие и вообще не видели это видео, обязательно посмотрите. Я под этим роликом вставлю ссылочку в описании на конкурсное видео. Я сегодня буквально с утра его только выложила. Конкурс продлится до 28 апреле, 28 апреля у меня будет свободный день, и я хочу провести розыгрыш конкурса в прямом эфире. Надеюсь, мне это удастся, надеюсь, у меня все получится. Так что время еще есть, обязательно принимайте участие и желаю вам удачи. Всем пока!